Приветствую вас на моем канале. Давайте сегодня поговорим о состоятельных и богатых людях. В чем же их состояние и богатство? Чем они отличаются от другого человека, который себя к богатому человеку не относит? Я просто наблюдаю и изучаю этот мир. Стала очень внимательно слушать и слышать вокруг. Например, заходя в магазин, продавец, демонстрируя мне товар, показывая его. А сами знаете, даже в каждом магазине достойного уровня есть предметы выше и ниже класса. И вот продавец меня ведет и говорит: а этот товар для людей, которые могут себе это позволить. Все просто, они себе это позволяют, научились это делать. В мире много достойных товаров. Просто позволяем мы это себе или нет, это уже вопрос к нам. Другой пример. Покупая недвижимость, я ходила с риэлтором, и она мне показывала объекты, которые можно приобрести. И тоже заметила, у нее промелькнула такая фраза: а вот это недвижимость для состоятельных людей. И вот эврика, все лежит на поверхности. Состоятельный – значит человек, который может себе позволить эту недвижимость. Сразу хочу сказать, я не разделяю богатые, бедные. На самом деле бедность – это болезнь, которую можно исцелить и излечить. Как это возможно? Конечно, при желании и одобрении самого человека, если он это захочет. Многие люди живут как живут и даже не хотят ничего делать, просто смотрят со стороны. Но со стороны смотреть этого мало. Надо в этом мире работать над собой. Да, мы пришли сюда, в этот мир, учиться, работать, расти, развиваться. Что мешает бедному человеку стать богатым? Это программы, приобретенные или которые передаются по роду. Также обиды, страхи, блоки. Все в нашем мире, любая сфера жизни, она имеет свои уровни развития. Сами знаете, как в школе, с первого класса и далее идет. Вот так устроено и наше мироустройство. Два деятеля американских издали книгу, она по бизнесу, называется «Спиральная динамика», которая также имеет уровни от малого до раскрутки большой корпорации. Так и в нашей личной жизни. Есть уровни, которые применяются, и можно понять, на каком уровне живет человек. И только взращивая себя изнутри, мы можем перейти на другой уровень развития и позволить себе большее, потихонечку, относясь щадяще к себе. Вообще слово «богатство» от слова «Бог». Подумайте над этим. Наблюдая и слушая людей, многие про богатых говорят, что это человек, который сидит на деньгах, как Скрудж Макдак. Купается в этих деньгах, но это не так. Богатый человек, он изобилен, он процветает, он успешный, он есть сам успех, богатство, изобилие, процветание, он счастье, он радость. И обнаружив вот это состояние, это и есть богатство. А когда человек еще и культурно развит, просто заглядение. Богатство – это состояние, когда человек знает: я есть деньги. И к нему эти деньги не то, что приходят, он уже есть эти деньги. Он не будет работать на кого-то, потому что он знает: я сам себе хозяин. Я знаю, как, что сделать, чтобы у меня были эти деньги. Он знает, как расширить себя. Он уже работает постоянно над собой. Да, как у каждого человека, может входить в любые другие состояния, но опять-таки себя, зная, как туда вернуться, возвращает
там, где ему нравится больше, попробуя другое, есть чем сравнить. Так что, если человеку что-то не нравится, это проблема в самом человеке, и работать надо над собой, не становиться в жертву и обвинять кругом. Ага, у того лучше получается, а я вот не могу, бедный я несчастный. Стоп, так нельзя. Надо, если хочешь работать над собой, пожалуйста, начинай это делать. Человеки уже живут роли и богатый, и бедный, и жертва. Только выбирает человек, кем быть ему, к чему стремиться, каким быть. Это право и свобода выбора каждого человека. Поэтому я, когда вижу что-то, я не раздаю советы и не вмешиваюсь. Я начинаю работать с человеком тогда, когда он сам проявит свое желание, и тогда мы начинаем с ним работать. Вернее, он начинает с собой работать, а я всего лишь открываю занавес. И он видит и выходит на эту сцену жизни. Вот так это работает. Всем хорошего настроения и до следующего видео.